как вы помните, месяц назад мы сварили голландский сыр. Вот такие вот у нас получились чудесные бомбочки. Голландский сыр, если вы, кстати, не помните, то видео с рецептом полным, как сварить голландский сыр, я размещу в описании этого ролика, друзья. Так вот, голландский сыр выдерживается от месяца и больше. То есть его можно и до года выдерживать. У нас две головки. Одну мы решили продегустировать через месяц, а вторую оставим месяца на 3-4. Посмотрим, как бы хотим сделать старый голландский. Итак, друзья, я, конечно, немножко волнуюсь, что получилось, но надо резать. Надо резать. И в первую очередь, сейчас я вам покажу структуру этого сыра, а потом уже перейдем к дегустации. Вот такая вот структура, очень классная, очень однородная, вот с хорошими такими пустотами. Мне очень нравится. Причем он с характерной для голландского сыра корочкой получился. Ну, очень классный на вид. Сейчас, друзья, попробуем, продегустируем. Расскажу вам как бы о своих ощущениях. Ну что, друзья, разрежем. Причем этот сыр мы готовили без сливок. У меня есть еще такая идея попробовать все сыры, которые мы уже сварили, ну, за исключением пармезана и, как этот старый сыр называется, чеддера. Вот, и чеддера, да, попробовать еще сварить со сливками. Потому что мнения наших зрителей очень диаметрально разделяются. Одни говорят, что мы переводим продукт, отделяя сливки, ну и, собственно говоря, уменьшаем количество сыра. Другие, в общем-то, соглашаются. Какие я хочу привести плюсы? Когда мы отделяем сливки, первое, ну, мы получаем чуть-чуть меньше сыра, да. Но этот сыр однозначно не будет горчить. И ведь, как вы знаете, друзья сыровары, в промышленных условиях весь сыр делается именно после снятия сливок из молока, то есть или из обезжиренного молока. Второе, из этих сливок мы делаем сметану. Третье, самое главное, из этих сливок мы делаем сливочное масло. Причем такого масла, поверьте, ну, какой магазин, какой базар, друзья, домашнее масло, сделанное из домашних же собранных сливок, которые собраны с молока, которое вчера подоено, это, ну, его можно просто ложкой хавать, честно. Вернемся к сыру. Сниму латексную корочку. Очень тоненькую делает Лариса покрытие латексом. Ладно, оторвалась. Я извиняюсь. По запаху. Такой цветочный аромат. Вот сладкий запах альпийских лугов. Не знаю, как это получается, правда. Это фантастика. Какое-то волшебство. Но он очень вкусно пахнет. Божественно. Ну, настоящий голландский сыр. Мы, кстати, недавно привозили, у нас была пересадка в Амстердаме, мы привозили оттуда такие же бомбочки. Вот я также наслаждался. Идеальный вкус. Просто идеальный. Причем, вот мне его структура очень нравится. Очень нравится, что он имеет такую немножко подсохшую корочку. Мы его вот именно как настоящий голландский сыр. Мы его правильно как бы высушивали до того, как покрывать латексом. Он просто идеальный. Немножко... Вы знаете, есть Кома, производитель в Украине такой, и вот у них есть один из сыров, старый голландец. Немножко по вкусу чем-то подходит, но у этого значительно более сильный аромат. Ну, естественно, аромат, я только что разрезал головку, а не купил сыр, который неизвестно где лежал. Кстати, все это могу запить портером. Друзья, сыр невероятный,
и он очень вкусный. Я, конечно, попробую и голландский сыр сделать, не снимая сливок, но мне кажется, что это испортит вкус. Вот у этого сыра сейчас настолько тонкий аромат, у него такой букет, это, ну, просто потрясающе. Даже Лиза что-то мявкает где-то на заднем фоне. Друзья, призываю вас, вот все свои видео снимаю для того, чтобы наши подписчики перестали покупать самую всякую фигню в магазинах, а начали сами готовить вот такие вот вкусные вещи, как этот сыр, как домашний хлеб, как домашнее масло, как домашние колбасы, что совершенно несложно, но очень вкусно, и мне кажется, это крепко продлит жизнь. Ну, собственно говоря, хватит лирики, голландский сыр у нас получился. Получился очень крутой, реально очень крутой, поверьте. И я вам желаю, чтобы у вас он получился такой же крутой, друзья. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Рецепт сыра я размещу в описании этого ролика. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!